Приветствую вас на своем канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Portal 2. Так, это мы куда? Это мы туда. А, нам вниз же надо, да, мы наверху были. И теперь. Так. Не понял. Так, ну мы куда-то, что, не туда, что ли? А зачем нам вниз? Ну-ка, давайте-ка еще раз посмотрим, что у нас здесь. Так, рычаг. Нажали рычаг. А, вот. Вот так вот. Куда ты тропинка меня привела? Вау. Так. Говорят, наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Давай. Никто не помогает. Мне тоже никто не помогает. По крайней мере, сейчас. Я сейчас все делаю сам с нуля. Так что давайте. Не надо мне тут ля-ля. Ну, начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу. Вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Так, а где эта гель-краска? Ну-ка. Как я понимаю, это прыгает, да? Ага. А если я еще подпрыгну? Все понятно. Так. Где вход? Блин, блински. Так, туда надо как-то прыгнуть. Ну, так я понимаю. Отсюда, наверное, и надо прыгать. Да, такой же эффект. Опа. Подняли. Оп. Положили. Оп. Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Конечно. Я полностью с тобой согласен. Так, мы отсюда пришли. Так, куда бы нам? Так. Вот сюда. Сюда. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте. Если мы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. Запишу-ка я... Ага. Подождите, маленечко, подождите. Тележка подошла. Блин, как-то... Ага. Сейчас возьмем. Так. Нам его надо на кнопочку положить. Давай.
А где дверка-то открылась? Так. Вот сюда. И оп. 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 Блин. Бык. Вот так. Подожди. Блин, надо как-то еще это оттуда отпружинить, что ли. Вот так вот. Брык. Так. Где-то что-то сработало. Только где и что? Так, непонятно. Так, точно нам не вниз? Нам точно не вниз. Это где-то что-то там открыло, да? Что-то понять не могу. Это там открыло, это там открыло. Понятненько с вами все. На. Бурик. Опа. Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет. Понятно. Это получается... Что? Что я каким-то роботом стану? Как на картинках? Поехали. Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Так. Что-то... Ну, предположим, здесь открыли. Так. Можно было вниз смело падать нахрен. Ну и как я должен до туда допрыгнуть? Так, что-то я, может, не догоняю. Так. Где-то, может, опять какой-то наклон искать надо. Так, 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 так. Я все-таки придерживаюсь мнения, что мне надо куда-то наверх. Потому что выход там. И учитывая, что мне... Что мне... Это чего такое? Воу! Ну-ка. Что вот эту мне штуку надо? Вот эту, да. Она же? Да, по-моему, это она.
труба эта гелевая. Мне надо ее как-то, не знаю, разбить, сломать. Так. Кнопка. Мне нравится твой стиль, ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Щитоводы сказали, что я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Так, меня покрыла эта штука, которая меня не должна была покрывать. Так. Или как? Так. Блин. Так. Вау. Вот так. Это своего рода тоже хорошо. Так. Так, и куда мне? Так. В сторону. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Так, теперь туда. Опа. А, удержите, чтобы не скакать. Нет, мне зачем, чтобы не скакать? Мне надо наоборот скакать. На. На. Давай. Банк. Так, теперь вот так. А как мне сюда-то попасть? Или так и должно быть? Вот так, вау. Мне получается, надо будет прыгнуть там высоко, наверное. Чтоб потом оттуда прыгать. Чтобы не отскакивал. Давай. Хоп.
Вот отсюда, наверное, мне надо будет. Блин. Ага, не получается так. Тоже маленько не то. Как-то надо. Так. Так. А куда? Так, что-то я упускаю. На. Вот так вот. На. Вот так. Так, а если попробовать? Так, если я возьму ускорение свое, плюс ускорение этой хрени. Так, я уже забыл, что так-то можно тоже. Так, это меня так толкает. О! Еще кое-что. В кофе, который вы недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Не может. Не может. Я не твердолобик. Так что не надо мне тут ля-ля. Итак, блин, чуть мозг себе не сломал, как это сделать. Я же забыл, что я же как портал же тоже могу делать, чтобы летать-то. Это же, как сказать, первая функция. Вторую функцию получил, это синий. Если вы входите в контрольную группу и забыл про первую, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится на 500 градусов, и нужно его срочно вытащить. Понятно. Ага, вон он, как. Вот так. Не допрыгнуть. Так, кнопочку надо нажать. Ой, упал в ямку. Прошу прощения. Так.
Давай. Я все покрашу тут. Блюк. Итак. Вот так. А, надо быстро делать. Давай. Вот так. Надо быстренько просто делать. Я говорил, подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Мне надо отсюда сюда как-то попасть потом, да? Ну давай. Блин. Вот так, покрасим его. О. Так. Сейчас мы отскакиваем, хрен знает насколько. Вот так вот это будет. Опаньки. Правильно? Правильно. Идем наверх. В лифт, да? Ну да, в лифт. Сюда. Или что? Что-то я не понимаю. На. Так. Здесь нам не подстрелить ее. Просто знать бы куда. Не туда. Не туда. Блин, так все хорошо продумал, придумал. Так. Ну, сюда я прибыл. Отсюда надо было оттолкнуться чем-то. Где мне взять эту синюю хрень? Так, давайте посмотрим. Ага, вот она. На.
Блин, я куда попал-то? Блин. Да стой ты. Блин. Вообще не айс. Так, ну теперь-то я знаю как. Где красный портал у нас? На. Все. Йо-хо! Бумк! Опа! Все. Вот именно так и должно все быть. Так, тут ничего нету. Значит, в другую сторону. Идем, идем, идем. Так. Не, ну запрыгнул же я правильно. Правильно. Так. Что-то я вот туда надо попасть как-то получается. Если вы это слышите, значит слишком долго переходите между тестами. Лоран говорит, что это из-за страха. Нифига. Это из-за того, что я думаю и анализирую. Дети головы, не умеющие распознавать опасность, пока на их не укусит за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Так. Что-то я маленько понять не могу. Так, воду, 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 воду. Давай, давай, давай. Я просто даже не знаю, где мне тебя ожидать в следующий раз. Поэтому давай-ка уж везде. Вот так. Вау, 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 есть. Это, оказывается, штука стекло бьет, что ли? Где куб? Ай-яй-яй-яй, куб, 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 где? Давай. А, вот как надо. Да-да-да-да. Стой, стой, стой. Падла, где ты? Вот так. Опаньки. И вот так вот. Опа, запрыгнули. И по... Ехали. Подожди, а как мне теперь опять тебя? Вот так. Наука не терпит вопроса почему. Главный вопрос почему бы и нет? Почему наши исследования так опасны? Почему бы не заняться чем-нибудь менее опасным? Действительно, почему бы не изобрести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет, испытуемый, все в порядке. Да, много говоришь. Ищите свои вещи на выход. Парковки, машину, прощайте. Прощайте. Мне придется по ходу дела этого шарика убить. В первом портале я убивал эту матку. Раз во второй части она уже мертва. А шарик за место нее. Теперь мне придется убить шарик. Шарик. Я бы сказал, кубик, рубик, да шарик. Кто такой? Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку.
Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Сможете, сможете. Мы собираемся выпускать второй продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать ремонт. Скажи до свидания, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. Ну давай. Так. Дверь открыта, открыл. Вот так вот. Куда это меня принесло? Давай, войдем. Так. Что-то не понимаю. Так, войти не могу. Войти не могу. Так, если прыгну, толку-то не будет. Так. Где? Что надо сделать? Бетта. Так, понятненько. Что ни хрена непонятненько. Так. Так. Двери не открываются. А мне надо вот сюда. Ну-ка. Блин. Нифига не так. Да вот нифига не так, я тебе еще раз говорю. Так. Нет. Да как ты меня запарила-то, блин? И оп. Как-то маленько не так, да? Ага. Стой. Извращенец. Вот так вот надо. Да что? Нет. Блять. Как вот с тобой еще разговаривать? Так, мне надо как-то сделать так. Выпрыгиваю оттуда. Нет, не так, не так. Блин, так, стой. Пустите меня. Вот так. О. Так.
Что-то запустил. Ну, посмотрим сейчас, что я запустил. Господи, смотрите, какой-то огромный комплекс. Гигантский. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черная меза, чтобы ей пусто было. Сэр, испытания? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя. Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Не грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбейте здесь ничего. И вообще, вам лучше ничего не трогать, пока это не потребуется в ходе эксперимента. Даже не знаю, куда мне тут. Непонятно. Вот сюда попробуем зайти. Ага, не получается. Так. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что мне туда надо. Потому что мне тут негде ставить второй портал. Так, а и что у меня? Понятненько. А где мне зайти? На него можно здесь вот. Так. Давайте зайдем, посмотрим. Ничего не происходит. Ничего такого не видел, ни рычажка, ничего. Ну раз ты кривая. Ага. Ну-ка, давай. Так, это я куда? Почти попал. На. На. Не понял. Да вообще не то. Твою ж мать. Так. Так. Ну-ка. Сейчас это уже дело принципа. Вот так. Что у нас здесь? Привет. Кто? Слушай, ты хорошо умеешь убивать. Ты не можешь, ой, убить эту птицу для меня. Ой. Воу. Спасибо. Ты чувствуешь, этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется.
Ну и пусть. Меня хотела убить картошка, вы представьте, какой ужас! Ну чё? Ой, это я чё? Так, мне надо выйти, да, поди отсюда куда-то? Где мы? Сколько я была без сознания? Полуальта не помешают, но для чудес этого маловато. Если буду слишком много думать, эта картофелина жарится раньше, чем у нас появится шанс сгореть в огне ядерного взрыва, который собирается устроить этот маленький идиот. И опа! Давай, картофан. Ну, думаю, на этом все. Увидимся в следующей серии. Пока!